почему-то не посередине тогда. Кто-нибудь это, братья, подойди, давай, переставим. Чего вы так в стороне-то поставили, почему? Посередине надо прямо поставить. Туда, поближе еще. Пап, подойди. Постой, он может поднять. Ну, поднимите, я переставлю. Осторожно, спасибо. Благословен Бог навсегда, ныне присно и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть прав, несущего гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть прав, несущего гробе живот даровал. Поем все. Христос воскресе из мертвых, смерть поправ, Иисущего гробе живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. И хлеб наш насущный дашь нам есть, и оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим, не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава Отца, Сына и Святого Духа, ныне присно, во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Во имени Твоем, Господи Боже, еси, народу Сына и Святого Духа, возлагаю руку мою на рабу Твою. Кто она будет? Агафья. Агафья. Посподобишься прибегнуть ко святому Твоему имени Твоему, и под кровом крыл Твоих сохранитесь, отстави от нее ветхую он и прелесть, и исполнишь тебя веры, надежды и любви. Да, разумеет, яко Ты еси Бог истины, не народы Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Святый Твой Дух, дашь ей во всех заповедей Твоих ходить, и угодно Тебе сохранить, и яко аще сотворится человек жив, будет в них. Напиши ее в книге жизни Твоей, соедини ее святому стаду наследия Твоего, да прославится имя Твое святое в ней, и возлюбленного Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, и животворящего Духа, да будут очи Твои, взирающие на нее, милостью выну, и уши Твои же услышите голос моления ее, возвесили ее в делах рук Твоих, и во всяком роде ее, да исповедся Тебе, поклоняясь, и славя имя Твое великое и вышнее, восхвалят Тебе выну все дни живота своего. Тя бы поют все силы небесные, Твоя слава Отца, Сына и Святого Духа, ныне присно во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Запрещает Тебе Господь, дьявол, пришедший в мир и вселившийся в человека, да разрушит Твое мучительство человеке измет, и же на древе сопротивной силы победи, солнцу померзкой земли, поколебавшейся и гробом отверзающимся, и телесем святых восстающим, и же разруши смертью и смерть. Сюда, так, и упразди державу имущего смерти, сесть я дьявол, запрещаю тебе Богом, показавшим древо жизни и восставивший херувимы и пламя наружу, обращаюсь, трещи то, запрещен будет, он бы тебя запрещаю, ходившим, яко посоху на плечу морскую, запретившим буре ветров,
Его же зрение сушит бездны и прещение растаивает горы. Той же и ныне запрещает тебе нами, убойся, изведи и отступи от создания сего, и да не возвратишься, ни же утолишься мне, ни же да сохранишь ее или действующее, ни в ночи, ни в дни, ни в часе, или в полдень. Но отойди свой Тартар даже уготованно великого дня судного. Убойся Бога, сидящего на хрюмах, призяющий бездны, Его же трепещет ангел, архангел, престолы Господства, начало власти, силы, многочитых хервым и святого Серафима. Его же трепещут небо и земля, море и вся же в них. Изыди и отступи. Вот еже готовишь, запечатай новоизбранную воина Христа Бога нашего, Он им же тебе запрещаю, ходящим на крылу ветренью, творящими ангелы свой огонь палящ, изыди и отступи от создания сего, со всей силой ангелы твоими, яко прославися имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присне во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Бог святый, страшный и славный во всех делах и крепости своей неподелимой и неисследимости, Той противоположите дьяволу вечной муки и томления, нам недостойны его рабы, повелевает тебе и всей поспешной твоей силе отступить от новозапечатанной именем Господа нашего Иисуса Христа, истинного Бога нашего, запрещая тебе все лукавому, нечистому, скверному и омерзенному чуждому духу, силу Иисуса Христа, всякую власть имеющую на небе и на земле, грешному духовному нему демону, изыди от человека, да к тому внизите его. Отступи и познай твою суетную силу, на свинья власть имущая. Помяни, повелевшая тебе по твоему прошению во стадо силой в нити. Убойся Бога, сиди, и Боже, повелением земля на водах утвердись, создавшая небо, и поставившая горы, ставил ему доля мерил, положившая в песок море предел, и в воде зельная стези тверду, прикасающая горам и дымятся, одевающаяся светом и коризной, просерчая небо и кожу, покрывающая водами превыспрение своя, основающая землю на утверждение ее, не преклониться век века, призывающий воду морскую, проливающую на лице всей земли. Изыди и отступи, иже ко святому просвещению готовящийся, запрещаю тебе спасительным страданием Господа нашего Иисуса Христа и честным Его телом и кровью, и пришествием Его страшным, придет бы и не закоснится дядь всей земли, и тебе, и поспешную твою силу умучит в гиене огненной предавая во тьму кромешную, где же червь неусыпаемый, огонь неугасимый, яко держава Христа Бога нашего, с Отцем и Святым Духом на непризнанных веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, самого Божия Израиля, исцеляй всякий недуг и всякую язнь. Призы на рабу твою, Агафию, защи, испытуй, и отгони от нее все действия дьявольское. Запрети нечистым духам изгония, и очисти руку твоею. И острое твое употребивое действие, сокруши сатану под ноги ее вскоре, и дашь ей победу на него и на чистого духа, и отдать тебе милость получи, сподобится бессмертных, небесных твоих тайн, и славу тебе будет воссылать Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Господу помолимся. Сей Владыка, Господи, сотворив человека по образу твоему, по подобию, и дав ему власть жизни вечной, даже от падших грехов не презревай, но устроив человечем Христа Твоего, спасение мира, самое создание Твое сие, избавь от работы вражия, и прими во царство Твое пренебесное, отверзи ее очи мысленные, во еже озаряте в нем просвещение Евангелия Твоего, соедини жизни ее ангела светло, избавляющий ее от всякого навета сопротивлежащего, от третьего лукавого демона полуденного, от мечтаний лукавых, изгони ее всякого лукавого нечистого духа, сокрытого в гнездящем сердце ее. Изгони ее всякого лукавого нечистого духа, гнездящего в сердце. Изгони ее всякого лукавого нечистого духа, сокрытого в гнездящем сердце. Духа прелести, духа лукавства, духа делослужения, всякого лихаимства, духа лжи и всякой нечистоты, действуй же по научению дьявола, и сотвори ее овцой словесного святого стада Христа Твоего, членом честной церкви Твоей, дочерью и наследницей царствия Твоего, да по заповеди там жительств и сохранив печать нерушимую, соблюд ризу нескверну, получив блаженство святых во царстве Твоем, благодатью и щедротами, и человеколюбие единородного Твоего Сына, с Ним же благословенности, со пресвятым благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов, от всех служений его, от всей гордыни его? Отрекаюсь. Отрекаешься ли от сатаны, от всех дел его, от всех ангелов его,
и всего служения Его, и всей гордыни Его. Отрекаюсь. Отрекаешься ли от сатаны, от всех дел Его, от всех ангелов Его, и всего служения Его, и всей гордыни Его. Отрекаюсь. Отреклась ли от сатаны? Отреклась. Отреклась ли от сатаны? Отреклась. Отреклась ли от сатаны? Отреклась. Дунь и плюнь на него, наверное, еще так. Проходи с ним. Ворачивайся. Соединяешься ли со Христом? Соединяюсь. Соединяешься ли со Христом? Соединяюсь. Соединяешься ли со Христом? Соединяюсь. Соединилась ли со Христом? Соединилась. И веруешь ли Ему? Верую во единого Бога, Отца, Содержителя, Творца неба и земли, видимо, уже всем и невидимо. И во единого Господа, Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, Бога истина, рождена несотворена. Насущно Отцу, им же все выше, нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес, воплотившегося Духа Святой, Марии Девы, во человеке, и распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и Папе грядущего со славой судите живых и мертвых, и Божие Царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа, истинного же говорящего, и от Отца исходящего, и же со Отцем Сыном споклоняемого, и славимо говорившего через пророков, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение, восставление грехов, чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Соединилась ли со Христом? Соединилась. И веруешь ли Ему? Верую. Поклоняюсь. И поклоняюсь. Отцу и Сыну. Отцу и Сыну. И Святому Духу. Троице единосущно. И нераздельно. И нераздельно. Благословен Бог всем человеком, хотя и спасися познание истины, причины непресной во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господь Его наш, призван на рабу Твою, Агафию, по святому Твою просвещению, сподобие ее, великие себя благодати, святаго Твое крещение, отгонение ветра себя обнови ее в жизнь вечную, исполнив святаго Твое духа силы, в соединении Христа Твоего, да не к тому чадо тела будет, на чадо Твоего царствия, благодарение благодатие, оно с тем же благословением, как и святым, благим и творящим Твоим духом, и не прежде, во веки веков. Сейчас пока просвещение воды, мы сразу лучше мы отдали, пусть. Держи пока, сейчас пока не надо, сейчас освещать воды будет, какое-то время ходила. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смерти всех поправ, Иисус еще гробе живо даровал. Христос воскресе. Господу помолимся. Помолимся в единое благостояние Святой Божией Церкви и соединение всех. Господу помолимся. Во святем храме всем и с верой и благоговением и страхом Божиим входящих в огонь. Господу помолимся. Господи помилуй. Православном епископстве Российской Церкви Господи нашим Высокопреосвященнейшим митрополит Иларион, с честным пресвитерем всего христиан, яконстве, всем прищи людям, Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской православных людях и об отечестве растений сущих, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во еже освятитесь в Одессе силой и действием на этим Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во еже не спаслатися ей благодать, избавление, благословение Орданову, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во еже приедьте на воду все очиститель, присущественно Троице действу, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во еже просветитеся нам просвещением разума и благочестия, и наитием Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во еже показатися и огнанию всякого навета видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во еже достойны быть и нетленного царства в ней крещаемой,
Господу помолимся. Господи, помилуй. Моя же ныне приходящая ко святому просвещению и спасению, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже показатися ей дочерью света и наследницей вечных благ, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже быть ей страстной причастницей смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже сохраните ей одежду крещения и обручения духа нескверно, непорочно в день страшный, Христа Бога нашего, Господу помолимся. Господи, еже быть ей в Одессе баню погибыть, оставление грехов и одежды нетления, Господу помолимся. Господи, еже услышите Господу Богу глас моления нашего, Господу помолимся. Еже избавитесь от ей же нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим. Благоутробной милостью Божией стезуя сердца и утробы, и тайна человеческой веды един. Небо есть, вещь не явлена пред Тобою, но всенагая обнажена пред очима Твоими. Веды я же о мне, да не омерзишь имя, ниже лица Твоя отвратишь от меня. Но презри мое прегрешение в час сей, презирая человека грехи, покаяние. И омый мою скверну телесную и скверну душевную, и всего мя освети всесовершенную Твоей невидимую десницей духовную. Да не свободу иным возвещаю, и сию, подавая верою совершенную Твоего неизреченного человека любя, сам я раб греха не искусен буду, ни владыка, единый благий человеколюбивый. Да не возвращусь я смирен, но не спасли мне силу с высоты, и укрепи меня в службе предлежащего Твоего таинства, великого и пренебесного, и вообрази Христа Твоего, входящий, паки родитеся моим окаянством, и созидай ее на основании апостол и пророк Твоих. И да не изложишь, но насади ее на насаждение истины, во святей Твоей соборной апостольской церкви. И да не восторгнище я, когда приспевающий ей во благочестии славится, и тем все святое имя Твое, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Велись и Господи, и чудно дела Твои, и не единое же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись и Господи, и чудно дела Твои, и не единое слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись и Господи, и чудно дела Твои, и не единое же слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты похотением от несущих Твоей же быть и приведы всяческое, Твоей державу содержащей твари, Твоим промыслом строивший мир, Ты от четырех стихий тварь сочинивающий, Ты мир временный круг лета венчал Иси. Тебе трепещет умная вся сила, и Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствует звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работает источник, если Ты простерлась и небо, яко кожу, Ты удивилась и землю на водах, Ты оградилась и море песком, Ты к отдыханию воздух пролиял, и ангельские силы, Тебе служат архангельские лица, Тебе кланяются многочитые херовы, мощности крылатые серафимы, окрестоящие, облетающие страхами преступных славы, покрываются. Ты бы, если Бог сы неописанный, безначальный же неглаголанный, пришел, если на землю зрак раба приим, подобие человечеством быв, не потерпел, если владыка милосердия, ради милости Твоя зрете дьявола мучима рода человеча, но пришел, если и спас, если нас, исповедуем благодать, пропадем милость, не таим благодеяние, естества нашего рода освободил, если девственно осветил, если утробу Рождеством Твоим, вся тварь воспевает Тебя, явшегося Ты, бо Бог наш на земле явился, если и в человеке пожил, если Ты орданские струи осветил, Иси, с небеси не спасла вы святаго Твоего Духа, и главы там гнездящие сокрушилась змею, змеев Твоего человека любща приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа освети воду сию. Тобо человека любча царю приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа освети воду сию. Тобо человека любча царю приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа освети воду сию. И дашь ей благодать, избавление, благословение, иорданское, сотвори и ее нетление, источник, освящение, дар грехов, разрешение недугов, исцеление, демонов всегубительством, совсем противным силам неприступно, ангельские крепости исполнены, да бежат от нее
наветующие созданию Твоему, яко имя Твое, Господи, призвав дивное и славное и страшное сопротивное, да сокрушаться познанием образа Христа Твоя вся сопротивная сила, да сокрушаться познанием образа Христа Твоя вся сопротивная сила, да сокрушаться познанием образа Христа Твоего вся сопротивная сила. Молим Тебе, Господи, да отступит от нас вся воздушие, неявленное привидение, и да не утаится в воде сей демон темный, ниже заснидет скрещающийся дух лукавый, помрачение помыслов наводя и мятеж мысли наводя. Но Ты, Владыка всех, покажи воду всю, воду избавления, воду освящения, очищения плоти и духа, славу уст, оставление, прегрешение, просвещение душ, баню погибыть, обновление духа, сыноположение, дарование, деяние, нетление, источник жизни, Ты борекайся, Господи, измытийся и жив, чисты будете, отымите лукавство от душ ваших, Ты даровал истину свыше, паки рождения водой и духом, явися, Господи, и на воде сей, и дашь притвориться в ней крещаемой, воеже отложить любовь ветхого человека, тлеемого в похотях прелести, облещись же в нового, обновляемого по образу создавшего его, дабы всраслен подобие смерти Твоя, крещением, общница и воскресение будет, и сохранив дар Святаго Твоего Духа, и возрастив залог благодати, примет почесть горнего звания, и сопричтется перворожденным, написанным на небеси, в Тебе, Бозе и Господе нашем Иисусе Христе, яко Тебе подобает слава, держава, честь и поклонение вместе с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим и Творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Мир всем! Главы ваши, Господи, вы преклоните. Владыка, Господи, Божий Отец наш, сущим в ковчезе Ноевы голубицы, послави отчест масечно имущего у стех примирения, знамения. Спасение же от потопа и благодати таинства, он им предобразивый и масляшный плод во исполнение святых твоих таинств, подавай, тем и бывшим в законе Духа Святаго исполнивай, и сущую по благодати совершая, сам благослови и лей сей силу и действием наитием Святаго твоего Духа, якоже быть и тому помазанием нетления оружия правды, обновление души и тела, всякое дьявольское действие отгнание, во изменение всех зол, помазующимся верою или освящающим, вкушающим от Него, в славу Твою, единородного Твоего Сына и Пресвятаго Благовещающего Твоего Духа, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вон мне... Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. 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 Где полотенце? Полотенце выбрало сейчас. Да, вот эти держали.
Псалом 31, там найдите, просто прочитайте. Ну пойдем, Агафьюшка. Давай, Айда. Вот здравствуйте. Блаженство не отпущено без забвения и тигрицы. Чуть. Крещается раб Божий Агафья. Во имя Отца. Аминь. Тихо. И сына. Аминь. Духа. Аминь. Аминь. Крестный Дух и Духов Аминь. Все. Читайте псалом. Блажен, кому отпущено беззаконие, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не винит греха, и чьи нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Слава. Нет, сейчас надо теперь это вино мне подать светло, а весь это тоже, который здесь и всего. Лиза, много милости при всего жила. Облачается раба Божия Агафья в ризу правды. Много милости в Христе Боже. Одеваемся, все. Кто тебя еще так одел? Все. Поправьте. Господу помолимся. Стойте. Благослови на все, Господи, Божий Вседержитель, источник благих, солнце правды, воссиявый, сущий на тьме, свет спасения. Явлением единородного Твоего Сына и Бога нашего, и даровавшего нам недостойным блаженное очищение, во святей воде и божественное очищение, животворящим помазать. И живи, благоволивый, пати родитель, работая на просвещенную Агафью. Водой и духом вольных и невольных грехов оставления даровавы. Сам владыка всецарю, благоутробный даруй Твою печать дара святаго, всесильное поклоняемое Твое Духа и причащение святого тела и честной крови Христа Твоего. Сохрани ее в Твоем освящении твердни, православной вере, и избави от лукавого всех начинаний и спасительным Твоим страхом, чистоте и правде души и соблюди. Да во всяком деле и слове благодаря Тебе, дочерью и наследницей будет небесное это царствие, как Ты си Бог наш. Бог милуйте и спасай Тебе, славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь.
помазание, прощайся. Ножки его разберу. Тихо, тихо, да, что? Печать Дара Духа Святаго. Печать Дара Духа Святаго. Печать Дара Духа Святаго. Печать Дара Духа Святаго. Аминь. Печать Дара Духа Святаго. Аминь. Печать Дара Духа Святаго. Печать Дара Духа Святаго. Печать Дара Духа Святаго. Печать Дара Духа Святаго. Аминь. Печать Дара Духа Святаго. Аминь. Так, идемте вокруг теле. Поедем. Да. Нет, не буду только снести. Так, сейчас поем «Велиться во Христа Христе». Велиться во Христа Христе стися, во Христа и постися, аллилуйя. Велиться во Христа Христе стися, во Христа и постися, аллилуйя. Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя. А, кто там апостола не приготовили прочитать? Нет? Нет. Вон мне прокимен глаз третий, Господи, просвещение мой, Спаситель мой, кого убоюсь я? Мое, и Спаситель мой, кого боюсь? Господь, проси защите же там, от кого устрашусь я? Господь, просвещение мое, и Спаситель мой, кого боюсь? Господь, просвещение мое, к римлянам послание святаго апостола Павла чтение. Да, вот здесь это мне не сняется. Заранее надо было приготовить, не приготовили. Братья, все вы крестившиеся. Братья, все вы крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам входить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы и нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. И если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не смерть, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господи нашим. Мир тебе, чтущим. Премудрость прости, услышим святаго Евангелия. Мир всем. И духа и твоему. От Матфея святаго Евангелия чтение. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, поклонились ему, а иные усомнились.
И приблизившись Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие с вами во все дни до скончания века. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавление грехов святым крещением рабе Твоей Агафьи даровавей, жизнь пахи рождения ей подавай, сам и ныне, Господи, просвещение лица Твое в сердце ее озарять, и выну благоволище, веры ее ненаветом от врагов соблюди, не тление одежду, ею же одейся, не скверну мне и не блазню сохрани, не расшуму мне и духовную печать благодати, соблюдая милости, ей же и нам бывая, помножи щедрот Твоих, яко благословися и прославися, пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне пресне во веки веков. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка Господи, Боже наш, купели небесное сияние, крещаемое подавая, паки родивые, рабу Твою, но просвященную Агафию водой и духом, вольных и невольных грехов оставления Той даровавой, возложи на нее руку Твою державную и сохрани ее в силе Твоей благости, некрадом обручения сохрани из подобия в жизнь вечную и в Твое благоугождение, яко Ты и все освящение наше Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем! Главы ваши, Господи, преклоните. И Духа и Твоему. Тебе, Господи. Одеяйся. Во тя Христа и Бога нашего Тебе, подклони с нами свою главу, ее же сохрани непобедимой подвижницы, прибытие на всю и в разду настящих на нее и на нас, Твоим же нетленным венцем, даже до конца победительницы вся покажи, яко Твоей все же миловать и спасай Тебе, слава высылаем с обезначальным Твоим Отцем, с святым благим и стоящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Оправдалась Иси, просветилась Иси, осветилась Иси, помилась им Господа Бога и спаса нашего Иисуса Христа. Сейчас подпояшем тебя и все. Ой, потревожил. Беда какая, надо же. Да все, успокойся, дорогая, сейчас. Крестилась Иси, просветилась Иси, миропомазалась Иси. Осветилась Иси, омылась Иси им Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Господу помолимся. Господи, помилуй. Владыка, Господи Боже наш, уже образом Твоим почтивый человека, от души словесной и тела боголепно устрою его. Я, когда тело служит совести души, главу же оба на высочащих положи мне, множащее чувство водрузивы, не запинающие друг друга, волосы же его покрылось его, и же не вреждаясь приложением воздушными. Все уды его потребно насадивы, да всеми благодарить тебя изрядного художника, сам владыка сосудом избрания твоего Павлом, апостолом заповеданным, славу твою творите, пришедшую рабу твою, Агафию, начаток сотворите, стричь волосы главы своей, благослови вместе с ее восприемницей и дашь им, всем поучайтесь в законе Твоему благоугодно Тебе дети, ко милости и человеколюбец Бог, если Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. И Духу.
ваше Господи, преклоним. Господи Боже наш, свою купельную Твою благость освяти в Тебя верующие. Благослови младенца сего. И на главу ее благословение Твое да снидет. Яко же благословил сей пророком Самуилом Давида царя, благослови и главу рабы Твоей сей Агафии. Рукой мне грешным, приходяем Духом Твоим святым, я когда приспевая возрастом и сединами старости, славу Тебе будет высылать, увидит блага Иерусалим в седне жизни Твоей, яко подобает за всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Еще молимся милости жизни, здравия и спасения рабов Божьих Елены, восприемницы, но просвященной Агафии. Еще молимся милости, жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения, оставления грехов рабов Божьих, родителей Игоря, Юлии, их родителей Владимира и Веру. И всех здесь предстоящих и молящихся, вы же всем даровайте все душевного спасения и телесного здравия. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Яко милости по человека любит Бог, еси и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть по праву Иисущему гробе живот, дорога истинный Бог наш, молитвен причистая своей матери, и святой мученица Агафии, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Господи, мирное житие, здравие во всем благое поспешение, но просвященный. Обе Твои Агафии, восприемницы и Елене, и всем здесь предстоящим, молящимся, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Агафья, во имя Отца и Сына, во имя Отца и Сына, воцерковляется во имя Отца и Сына, во Святого Духа. Аминь. Ну ладно, ладно, ладно. Ну, чтобы всегда нам дружить, не только чтобы сегодня ты пришла, а чтобы всегда потом ходила с тобой, да? Слышишь, нет? А?
чтобы быть чадом Церкви Христовой в осенней жизни твоей. Тихо, тихо, ты слушай, что я тебе говорю. Какое-то недовольство такое, прям надо. Все, разобрался.